16 сентября в Чувашии зарегистрирован неожиданный рост количества дорожно-транспортных происшествий. В 12 авариях 6 человек погибли, еще 16 с различными травмами доставлены в больницу. На территории Маргаушского района на трассе М7 погиб 71-летний пешеход. Мужчину на середине проезжей части сбил грузовой тягач. В «АллатРе» Mitsubishi Lancer выехал на встречку и столкнулся с «семеркой». Оба водителя скончались на месте. Пассажиры «Жигули» 28-летняя женщина и 4-летний ребенок с травмами доставлены в местную больницу. В Порецком районе водитель без прав на «Фольксвагене» наехал на велосипедиста. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте. Также 16 сентября после 9 вечера на трассе Цивильск-Канаш водитель Volkswagen Tiguan не справился с управлением. Выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Renault Logan. По данным управления ГИБДД по республике, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб водитель Renault Logan. Сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент для деблокации еще двоих пассажиров. Это женщины 55-го года рождения и мужчины 80-го года рождения. Женщина с ушибами доставлена в городскую больницу, а молодой человек доставлен с ушибами в Цивильскую районную больницу. Таким аварийным оказалось начало недели. Если сравнивать с прошлой, даже во время сильных дождей в республике ДТП было значительно меньше. И пострадало в них всего 3 человека. ГИБДД напоминает: будьте осторожны на дорогах.